топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Наталья Менькова, бывшая супруга 63-летнего певца Александра Маршала, опровергла информацию о том, что музыкант был госпитализирован в прединсультном состоянии. Об этом сообщает телеграм-канал «Комсомольской правды». Менькова заявила, что у Александра просто резко поднялось давление. Маршал посетил больницу, но на данный момент уже находится дома. Ранее сообщалось, что музыканта доставили в больницу Подмосковья в прединсультном состоянии из-за того, что исполнитель стал плохо себя чувствовать вечером 3 марта. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.